Члены республиканской организации Всероссийского общества слепых посетили Хабецкий район. В Доме культуры аула Беслиней хор «Гармония» выступил с концертом, а руководство организации вручило почетные грамоты. Подробности у Али Баташева. Концерт проходил в рамках месячника «Белая трость», задача которого – побудить людей вспомнить о том, что рядом с ними, подолгу оставаясь незамеченными, живут те, кто не видит всех красок окружающего мира. Татьяна Сорокина исполнила песню про город любви, где люди могут понять и принять друг друга со всеми достоинствами и недостатками. Посиди. Республиканская организация Всероссийского общества слепых объединяет почти 1500 людей с нарушениями зрения. Хотим показать, что возможности не ограничены при любом состоянии, поэтому как бы для людей это будет сравнение, потому что считают, что определенно как-то здоровые люди, а если маломобильные люди, то они ни на что, грубо говоря, не способны, там их начинают нянчить. Нет, они прекрасно все могут, только при создании соответствующих условий. Анзор Охтов – инвалид по зрению. Несмотря на испытания, он нашел в себе силы обучиться профессии и реализовать себя в работе. Благодаря Республиканскому обществу слепых он смог освоить компьютер, закончить курсы и получить работу. Мне дали возможность поехать в Кисловодск, выучиться на массажиста медицинский. Я выучился, съездил, выучился. Сейчас работаю массажистом. Все хорошо у меня. Почетные грамоты общества слепых получили жители Хабецкого района Александр Лахов и Анзор Охтов. Али Баташев, Белла Чекатоева, Али Бастанов. Вести, Карачаево-Черкесия, Хабецкий район.